Популярность отдыха в Сочи с каждым годом растет, особенно сейчас, во время сложной политической обстановки за рубежом. Российские туристы все больше отдают предпочтение внутреннему туризму. На хороший спрос туроператоры и агентства готовы предоставлять отличные предложения. В Сочи, например, идет активная работа по формированию единого пакета, где помимо размещения включены трансфер, питание, экскурсии и ряд других интересных для гостей услуг. Наш город занимает лидирующие позиции по конкурентоспособности, что совсем не на руку другим курортам. Отсюда и появляются разного рода информационные провокации. Так, например, накануне в интернете были опубликованы материалы о якобы скачке цен в 30% на отдых в сочинских отелях. Авторы опирались на некоторые данные системы онлайн-бронирования и турагентства. В мэрии эту информацию официально опровергли. Это не так. К примеру, два из этих туроператоров, ТУИ, такую информацию не предоставляли. Coral Travel вообще по городу Сочи имеет минимальный номерной фонд и работает на выезд. Мы предполагаем, что данная информация носит характер провокационный. Также появилась информация о загрязнении нашего моря. Мы можем сказать, что эти фотографии сделаны год назад. В это время мы завозили гальку, и это загрязнение носило естественный характер. На сегодняшний день море чисто и готово к приему наших отдыхающих. Убедиться в этом можно и сегодня. Из окна одного из отелей, расположенного на первой береговой полосе, открывается шикарный вид бушующего, но чистого моря. Высокий сезон это место пользуется большим спросом, и руководители отеля утверждают, завышения цен на размещение не будет, а незначительный подъем вполне закономерен. В прошлом году у нас стоило двухместное размещение стандартного номера 7200, в этом году поднялись на 10%. 8 тысяч. В связи с тем, что дорожают коммунальные услуги, и мы готовы предоставлять гостям скидки тоже в размере 10%. Сегодня же утром опровержение своих публикаций дала и Ассоциация туроператоров, а некоторые информагентства их вовсе удалили. Незначительная разница в ценах на отдых на курорте в ряде объектов размещения этим летом связана с изменением концепции и их статуса, а также с переходом на систему «Все включено». В Сочи более 1000 мест размещения, как топовых отелей, так и частных гостиниц, и они по-прежнему сохранили тарифы прошлогоднего высокого сезона. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.